Ребята, быстренько заходим на канал Positive SLSL. Он очень любит взрывать боеукладки. И это тот самый легендарный челик, который у меня в шорте очень много набирает просмотров, который взял Росиняя, взорвал 5 боеукладок за бой на Су-152. Да, ребята, это он. Короче, пишите комментарии, ребята, что знаете ли вы его или нет, и подписывайтесь обязательно, ссылочка прям сверху в описании видео. А мы начинаем! Всем здорово, танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. Сегодня я вообще собирался отдохнуть, уже в Телеграм даже написал, но не судьба. Сегодня розыгрыш бомбически стартовал, вот Блиц, и это надо видеть, мамочки мои. Очень классный розыгрыш, самый лучший розыгрыш. Да, здесь песок, ребят, но для меня песок это очень полезно. Потому что с одного песка может выпасть куча голды. Все, ребят, поехали. Пишите, что вам выпало, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мне будет очень приятно, потому что я очень люблю, когда вы это делаете. А у меня 5 песочных контейнеров за 150 золота на основе. Но ничего, это только начало, ребят. Я уверен, что мне выпадет что-то невероятное. Так... Ух ты! И как только я это сказал, сразу выпала кастомизашка. Обалдеть, как круто! Но ничего страшного, ребята. Всякое бывает в жизни. Многим не нравится этот розыгрыш только потому, что здесь песок, все дела, там много всего такого. Но мне он нравится, ребят. Это классно. Здесь есть черные ящики. Тем более 5 раз можно по 3 штуки забрать. Огромный сюрприз на основу. Вот так реально сюрприз. Сюрприз. Ладно, ребят, что это самое? Это всего лишь вообще игра, там, подумаешь, как будто что-то важное. Но все равно прикольно, скажите. Так, ладно. Ну все, танкисты, это все, что мне выпало. Я думаю, что нужно что-то делать. Откроем песочные контейнеры. Так, с песочных контейнеров у нас выпадает. Угу, понял. Сейчас, возможно, выпадет сертификат, и это будет очень круто, смотрите. Да, сертификат пока что не выпал, но это еще не конец, ребята, не конец. Так, обычная награда, это круто. Вроде бы как, по слухам, ребят, моего брата. Подкрутка подключается тогда, когда в песке падает слабое максимально все. Ну, поскольку все эпик выпало, это не важно. Так, открываем кастомизашечку. Просто космос, согласен. Анимированная аватарочка. Хорошо, все дела там. Почему-то я так и думал, что роза выпадет, выпала роза. Ладно, ребятки, огромный сюрприз. Сюда! Так. Ух ты, М4Ё. На тебе! 1500 золота. В любом случае, больше, чем я уже изначально потратил. Так что, поехали дальше. У меня, кстати, есть чаёк. Приятного вам аппетита, чаепития, всего, что вы там делаете. Всего самого-самого. А мне выпадает кастомизация. Ничего страшного, танкисты. Ничего абсолютно страшного не происходит. Кастомизация это хорошо, но для тех, кто играет в танчики. Я в последнее время почти не играю в танчики. Поэтому мне кастомизация, конечно, не очень. Но что могу поделать? Как есть, так есть танкисты. Зато есть 2 собери и все, с помощью которых у меня, к сожалению, не насобирается. Талисманы золота, но возможно, что-то будет покруче. Так, редкая наградка и, к сожалению, подлага не было. Редкая наградка. Ладно, ничего страшного, собираем талисманы. Все, ребята, у меня 152 золота. Будем играть на Су-152, потому что у меня 152 золота. Класс. Ладно, погнали на следующий. Я сейчас, танкисты, специально включил VPN. Зюрич, как он там называется? Свитзерланд, что типа того. И посмотрим, друзья, потому что реально, брат говорил, что подкрутка работает именно. Ну, то есть выпадают чаще контейнер, с контейнера собери все танки, там все дела. Ребят, зашел я на аккаунт девушки, здесь, короче, 4847 золота. Конечно же, я рад, потому что мы сейчас сливаем на бомбические куча золота. А возможно, сделаем окуп. Чаек, ребят, это хорошо. А 10 песочных контов, это за 100 золота. Обалдеть, как хорошо. Вы же понимаете, что за 100 золота реально окуп. 1000 золота стоит 10 контов песочных. Так, собери их все, хорошо, понял. Что же танкистчикам, подписчикам выпало, интересно. Я отвечу на каждый ваш комментарий. Только если у вас в ваших комментариях не будет ничего ненужного. Есть правила в комментариях, ребята, по которым, как бы, я могу... О, огромный сюрприз!
по которым я могу удалять комментарии некоторые ваши. Если там написано, ребят, если кто-то пытается меня, сделать из меня обманщика, или, в общем, кто-то пиарит свой канал, или еще что-то, либо если кто-то неприлично общается. Так что, друзья, вот так вот, имейте в виду, если ваши комментарии когда-то удаляются, то значит в них что-то было такое. Так, ладно, черный ящик один выпал, неплохо. В любом случае, ребят, девушки на аккаунт уже выпал один огромный сюрприз, что капец как не может не радовать. Потому что абсолютно с одного конта можно даже выбить что-то такое, что продается за 7500 золота. Так, ну и собери все всякие контосы, тоже приятно, когда выпадают. Посмотрим, что выпадет. Ребят, как думаете, что, какой бы я хотел танк себе выбить? То есть девушки на основу. Я думаю, у нее уже есть уничтожитель, по сути ничего не надо, да? Но я бы хотел выбить жнеца. Он так прикольно выглядит, плюс дуплет. Классно. На самом деле, друзья, дуплет в двухствольном орудии, понимаете? А это просто очередные выстрелы. Поэтому нельзя это назвать дуплетом, это мы называем дуплетом. Ну, что поделаешь. Это двойной выстрел, так сказать. Двойной, тройной. Так, смотрите, танкисты. Значит, что у нас есть? 5, собери все. С первого собери все, друзья. У нас упадает 1000 золота. Как ни странно. Здорово. Ну, это хорошо. Редкая наградка. Мне бы танчик желательно такой помощнее, 10 уровня. Собери все прям с таких контов, которые... Всегда непредсказуемые. Все думают, точнее многие думают, что они такой себе, там вообще ничего не упадает и так далее. А потом как выпадет коллекционка десятка. Ну, не в этот раз, ладно. Так, 30 песочных контосов. Вот такое можно поскипать максимально быстро. О, сертификат, ребята. Сертификат 2. Сразу. Ладно. Мышка, не ломайся, пожалуйста. О, еще сертификат. Понимаете? То есть баланс вселенной. Выбил 3 сертификата за 30 контейнеров. Хотя на самом деле я должен был выбить один, потому что шанс выпадения сертификата 5%. Ууу, дорогой танчик! И 2 дорогих танчика я выбил. Прикол. Раз. Два. Ладно, на основе девушки черные ящики, к сожалению, не хотят размножаться. Так, получается. Мы продаем эти песочные танкосики. Эти песочные конты, ребята, девушки, 100% не нужны. Поэтому я их продал. Так, готовы? Погнали! Сюрприз! Торнваген. Что выпадет? 1500 золота. Ну, выпало как мне. Короче, голду почти всю вернули. Ну, ничего, танки стоят. Погнали еще крутить. Фух, я думаю, очень даже неплохо. Так, понял. 10 песочных контосов. Черные ящики. На тебе. О, за 2 золота. Класс. Прикольно. Ну все, по сути все. Потому что больше не хватит золота даже. Так, а теперь скипаем песочницу. 1 или 2 сертификата хотя бы должно выпасть. Но не выпадает ни один. Ладно, бывает. Чтобы ребята, если вы заметили, то песочные контейнеры, они уже в продаже всегда абсолютно. То есть их, как собери все, на основу поставили. Под постоянную основу. Смотрите, как везет. 1000 золота. С одной стороны, это очень круто. Конечно же, я рискну, крутану еще последний раз. А возможно, не последний. Сейчас проверим. Так. 2 собери все. Что же это такое? Нашествие собери все. Хорошо. Ну, к сожалению, собери все танчики не выпали. Ничего страшного, все будет окей. Всему свое время. Так, черные ящики тоже не хотят немножко давать классный результат, но есть еще один шанс выбить что-то годное. Поехали. Ну что ж, бомбический, давай, покажи свою мощь. Да, друзья, вот такие вот дела реально. Давайте, наверное, не будем трогать коллекционочки, продавать их не будем. Так что просто поедем на следующий аккаунт. Что есть, то и... Короче, танкисты, в ноябре ждите видосик, как я сливаю 200 тысяч золота. Да, к сожалению, уже не 300, 200, но сейчас, возможно, нам выпадет 20 бомбических контейнеров с пару прокрутов, и я выбью 100 тысяч золота 20 раз подряд. И будет у нас, ребята, 1 000 000 золота. Вот это у меня фантазии, как вам? Жестко, да?
Понимаю. Ну ничего страшного. Все возможно. Так, черный ящик, хорошо. Все возможно, танкистые. Если верить, то все возможно. Так, ладно. Я верю, ребята, что нет ничего невозможного. Поэтому все возможно. Сюда. Так. К сожалению, это именно тот самый ВПН, который, наоборот, дает кучу танков, по мнению брата. Что-то сейчас вот немножко не алё. Ну, ничего страшного. Черные ящики. Так. Зато на этом аккаунте, друзья, мы доходили до 10 уровня черного ящика. Что очень хорошо. Так что, вот так вот. Но, к сожалению, все. У нас есть 745 золота, мы сделали окуп и крутим еще. Чаек вкусный. Так, собери их все, все дела там. Ну и последний прокрут. Сейчас такие 20 бомбических как выпадут. Я такой, оу, oh, yeah. К сожалению, 20 бомбических не выпало, но расстраиваться не стоит. 28 тысяч свободки. 1000 золота. Хорошо. Просто превосходно. У нас есть еще голда на прокруты. На тебе! А, к сожалению, все танкисты. Зато есть песочные конты. С этих песочных контов реально можно выбить сертификат. К сожалению, он нам не выпал. Так, стоп-эн, ребят. Смотрите, у нас 295 золота. Почему мы не можем рискануть и не можем купить песочные конты на 295 золота? Так, секундочку. Просто берем два раза, два контейнера песочных. Так, товар начисляется, все дела там. Все, ребят, готовы? Погнали! Так. К сожалению, не выпало. Короче, поехали просто на следующий аккаунт. Ну, не фартануло так, не фартануло. Ребят, зашел на аккаунт с жнецом. Да, это редкий танк, очень красивый. Апупена просто выбил вот совсем недавно, вчера. Или позавчера, не помню уже. И посмотрим, что же нам выпадет. 888 золота, это подкрутка. Так, ладно, без шуток. Выпадает 2 собери все за 100 золота. Как по мне, ребят, оно 2 собери все стоит 1000 золота. То есть, опять-таки, это очень выгодно. Так, кастомизашечка, на тебе! А, стоп-эн, что если максимально быстро скипать? Точно. Возможно, повезет. Собери все. На тебе, 1000 золота, сюда. К сожалению, танчик не выпал, но расстраиваться мы точно не будем. Так, ладно. Кастомизашечка, песочные контейнеры. Капец, немножко золота не хватает, что же ты будешь делать? Конечно же, я хочу, чтобы мне выпал песочный танк. Че, шутите, что ли? Че, больше нету ничего, да? А, я сочувствую. Ладно, танкисты, и такое тоже бывает, едем на следующий аккаунт. А нет, ребята, я выбил только что с бесплатного контейнера. Сейчас скажу сколько. 520 золота с большого. Никуда мы не едем. Это реально было смешно просто. Ладно, хорошо. Так, ладно. Ради... А, стоп, он еще хватает. Круто. Это реально круто. Черный ящик. Ну что ж, сертификат. Как это работает? Два сертификата, вы что, шутите, что ли? Ладно. На тебе, 300 золота. АТ-1 и ПЗ-2G. Пунчики-панчики, пучи-пучи-панчики. Почему я так говорю? Потому что он продается за 1000 золота. А это хорошо. Я, возможно, ребят, забираю всю неудачу, потому что... О, иногда мне везет. Так, ладно, песочные контосы. Хорошие контосы. Погнали! Но черные ящики намного лучше. Потому что с них частенько падает. Раз. Два. На вторую секундочку попробуем выбить. Эх, что-то не везет, не везет. Раз. Два. Фух. Эх, не судьба. Зато у нас 1000 золота опять. 25. Кастомизашечка. Ну что ж, нет. Мы тебя продавать не будем, едем дальше. А на этом аккаунте, ребята, еще есть жнец. Да, у меня два аккаунта с жнецами. Я его выбил в шорте. Ого, за 100 золота, 3 черных ящика. Это что за неслыханная щедрость? Огромный сюрприз. 10 песочных. Черный ящик.
Просто невероятно. Ладно. Фух, откроем, как всегда, сначала песочные гантосы. Так. Ну, в целом все окей. Но песок нам не выпал, сертификат. Огромный сюрприз. Оу, да, М60. 5000 золота сюда. Давайте пособираем черные ящики. Вот так, ребята, окуп на ровном месте. Еще раз огромный сюрприз. Красота. Вот это реальная красота. Он опять нам может выпасть. Хотя уже выпало, все, я уже доволен опять. Так, ну все. Очень даже неплохо. Готовы? Эмиль 1951. Он коллекционный. Да, сюда. 3750 золота. Откроем песочный кантосе. Максимально быстро скипаем. Сертификат один есть, отлично. Так, давай. Еще сертификат. Класс. Два сертификата, это что-то. К сожалению, ребята, все. Но с этих сертификатов... Да, сюда. Два дорогих танка. Вот это я люблю. Так, значит, продаем Light Wits за 750 золота. Продаем PZ2G. G. Так, и Эмиль 1951. Все, танкисты, у нас 5925 золота. Конечно же, еще сливаем золото на этот розыгрыш. На тебе. На тебе. О, три черных ящика за одно золото. Так, ладно, кастомизашка, это хорошо. Ну и пусть будет. Фух. Собери их все, ничего такого не дало. 8 черных ящиков, готовы? Раз, два, три. Что-то в последнее время, ребят, черные ящики, они странные. Однако, кажись, я знаю, как их открывать. Сейчас проверим. Давай. Да, ребят, работает. Класс. Посмотрим, всегда ли будет так работать или не всегда. Так, пока что не работает. Однако... где еще черные ящики? Может, немножко подождать надо? Ладно, буквально с одного черного ящика, первого уровня даже, можно выпасть 10. Ну, то есть, дойти можно до 10. А у нас тут уже второго уровня, третьего, еще второго. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой! Класс. Вот это я понимаю. Слава богу, ребят, абсолютно за все. Пасмурная погода, ничего страшного, все просто чудесно. Так, ладно. Погнали! Давай. Подумаешь, с кем не бывает. Черный ящик. К сожалению, не выпадает. Ладно. Раз, два, поехали. Давайте, наверное, еще потратим голдишечку на розыгрыш. Так, хорошо. О, огромный сюрприз, мамочки мои, заодно золото пробуют. Ну все, ребят, дальше уже, что там, потихонечку сливаем. Ах, как есть, так есть. Фух, собери все. 28 тысяч свободки, хорошо. Вот я люблю, знаете, что открывать, ребята? Смотрите. Ага, мне нужно серые награды, чисто серые. Либо хотя бы... О, все, максимально серые, готовы? Раз, два... Погнали! И нас выпадает... К сожалению, это так не работает. Тьфу ты. Я реально думал, что уже выпадет черный ящик следующего уровня. Так, хорошо. 1200 золота! Собери их все. Ну, ладно. Что сказать. Фу, огромный сюрприз. К-91. Сюда! На тебе! 1750 золота. В итоге, ребят, у нас на аккаунте... Осталось 739 золота, и при этом мы открыли кучу всего и залутали кучу танков, ребят. Еще голду даже. Мамочки мои. Ну давайте еще разок откроем. Я же не жадный. Все окей. Заодно золото есть. Хорошо. 4 собери все. На тебе. Так, ладно. Ну же, собери все. Дай мне танк, Че с тобой? Обиделись, что ли? Ладно. У нас 288 золота. Куча ресурсов. Реально тут вообще куча. Хорошо так насобирали.
Ну и погнали на следующий аккаунт, что... Ребят, зашел на аккаунт, где 2463 золота. И что вы думаете, тут даже розыгрыш еще остался на карра. Один день вообще, смешно. Но у нас есть бомбический розыгрыш, в котором выпадает за 100 золота. 3 черных ящика. А что если максимально быстро скипать? 3 черных ящика? Я тоже так хочу. Так, еще черный ящик. Мне никто не говорил, что если максимально скипать, будут выпадать черные ящики по КД. Ну ладно, хорошо так нападали. Песочек, но сначала собери все. А, точно, надо было сначала песок открыть. Все, танкисты. Ну ладно, неважно уже. Так, хорошо. Черные ящики, готовы? Мы так хорошо поубивали их. Так, ну что могу сказать. Выпал только один черный ящик второго уровня. Фух. Зато у нас 2463 золота. Мы, можно сказать, почти ничего не потратили. Однако, крутим еще розыгрыш. Да, сюда. Так, постараемся сделать максимальный окуп. Чтобы сделать максимальный окуп, нужно открыть, собери их все. Это понятное дело. И открыть огромный сюрприз. Но сначала черный ящик. Опа, везет. Так, давайте откроем, наверное, аватарочки разные тут, понимаешь ли. Фух. 500 золота. И огромный сюрприз. Брейтендж Пантера. О да, мечтал о ней всю жизнь. Ладно, есть еще золото. Посливаем 5 песочных и кастомизация. Все, друзья, по сути все. Но, как говорится, нужно верить. Нужно верить, ребята. Все, в принципе, очень все неплохо. Ну да, посливали тут голду прилично. У нас есть шанс, единственный, за который можно сейчас ухватиться на этом аккаунте, это купить один песочный контейнер, и чтобы с него выпал мистический, точнее, песочный сертификат. И он, к сожалению, не падает. Однако есть еще 100 золота. И еще попыточка, чтобы выбить сертификат. Так... Да, сюда! Видали? Красота просто. А теперь... Блинчики! Этот танк для бага можно на Химмельсдорфе использовать. Ладно. Уговорили танкисты. Продадим его. Так, 795 золота нужно, да? Ну давайте еще откроем целых 2 песочных контейнера. По одному за 100 золота. Может реально сейчас возьмет опять и выпадет песочный сертификат. Так, ладно. Ну, не выпал, так не выпал. Едем просто на следующий аккаунт. У меня на твинке, ребят, на аккаунте 129 золота. И что вы думаете? Думаете, мне не выпадет какая-то имба? Вот сейчас возьмем, на третью секундочку проверим. Раз, два, три. Ну что ж, выпадаешь? А? А? Вы ничего не видели, едем. Ладно, попытка номер 2. У нас 123 золота. Сейчас у нас выпадает. Вы ничего не видели. Хватит с меня попыток. Лучше открывать там, где больше золота. Так интереснее даже. Но сначала я открою бесплатные контейнеры, потому что с них очень часто падает имба. Ну ладно, бустеры тоже имба, если вы не знали. Так, 2 собери все за 100 золота, это окуп. 3 черных ящика. Это что, шутка? Это круто. Так, ладно. Собери все. Давай, танчик. Я так вообразил себе танчик, что он мне просто не выпал. Теперь как же я без него буду жить? Ладно, шучу. Ну, танкисты, зато золото залутали. 1300 золота. Мы сделали окуп. Благодаря 3 черным ящикам. Я даже не знаю, как это назвать, но давайте дальше открывать потихонечку песок. За 100 золота. Сертификат. Вот именно когда по одному открываешь, как по мне, больше шансов. Но сейчас вот всю открутку мы слили именно в песок. Едем дальше. Ладно, ладно, все, танкисты, на самом деле просто нельзя торопиться. То есть слишком торопился, вот мне не выпадало ничего. А сейчас просто аккуратненько, с полной анимацией, нам выпадает
Кастомизация. Полная анимация. Выбираем кастомизацию. Главное, что в репо. О, здесь песочных, неплохо. На самом деле, ребята, на самом деле, тут уже как пойдет. Так что скипать, не скипать, это уже ваше дело. Главное, верьте, чтобы вам повезло. Иначе не получится. О, песок. Класс. У, техок, к сожалению, он дешевый. Так, раз. О, третьего уровня сразу. Раз. 400 золота. 300 золота. Хорошо. Фух, 800 золота. Согласен, ребята, нужно быть очень везучим, чтобы выбить 10 уровня черный ящик. С одного это почти нереально, но когда-то такое у нас было уже. Значит, когда-то еще сделаем. Тем более мы не просто так делали, друзья. Мы делали с какими-то VPN, там на какую-то секундочку, и реально это работало. Вот, три черных ящика. Сейчас этот VPN, я не знаю, что принесет мне. Но танки, собери все, вообще ничего не падают. Раз. Может, скипа не надо? Раз. Два. Так, я понял. Давайте просто откроем все. О, видали? Просто. Вот резко открыл и все. И мне реально выпал. Черный ящик следующего уровня. Шикарно. А на этот раз уже такого не дают. Ну и ладно, подумаешь. Собери все там, все дела. Собери все. Я буду менять VPN. Едем дальше. Ну что, танкисты? Фух. Я поменял VPN. Скажу, какой только тогда, если мне повезет. А если мне не повезет, то смысл вам говорить, если он вам не поможет. Так. Пока что бустеры золота выбили. И розыгрыш бомбический. Три черных ящика. 10 песочных контосов. И одна кастомизашка для баланса вселенной. Ладно. Ребят, смотрите. Значит, сейчас... Ого, нормально так. Да что так? Максимально много наград, ребят. Что это такое просто? Это какой-то подкрученный VPN. Жестко. Ладно. Два сертификата. ДВ-2. И тут... Дорогой танчик. Так, ладно. Максимально быстро. Черные ящики у нас выпадают. К сожалению, второго уровня не выпадает. Да что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? Как так-то? Как так-то? Ладно. У нас есть немножко золота. Три черных ящика еще. Класс. Так, ДВ-2 мы продаем. И Т-127 тоже, потому что он продается аж за 950 золота. Имба. Так. Спасибо большое, конечно, все дела там. На огромный сюрприз я не ожидал. Готовы? Крушители. Пожалуйста, выпади, крушители. Я так хочу, чтобы мне выпал. Он мне не выпал. Ладно. Раз. Два. Из черного ящика выпадает. Странно. Раз. Два. По-разному они как-то работают. Реально по-разному. Ну ничего, у нас куча золота. И мы выбиваем еще песочные контосы. Кстати, песочные контосы максимально подкручены с таким VPN. Для песка используйте VPN Франция, ребята. Через WinScribe. Ну что ж, то есть приложение WinScribe на телефоне или на компьютере скачать можно везде. А вот и, собственно, доказательство. Смотрите. Песочные контосы. Так. Вот, видали просто? Ребят, как-то оно так работает, что реально выпадает. Ну, как по мне, все равно хоть один выпал, уже приятно. Потому что один это Т-40. Он дорогой. Шучу, он дешевый, смотрите. Продается за 100 золота. Ладно, едем дальше. Все. Что это за танки тут такие? Танки с высокой доходностью, понятно. Так, бомбический. Ты доигрался. Ух ты. Черных ящика 4. Неплохо, неплохо. Еще черные ящики. Ребята, VPN этот рулит реально. Хм. А ну-ка. Собери все, будет вести? Ну, пока нет, ладно.
Ух ты, неплохо так. 100 золота. Ну что ж, черные очки. Появились сегодня крутые. Третий сразу. Как только стал крутые, они такие, ну типа, ладно, мы тебе подфартим. Раз, два, три. Ах ты ж, я уже поверил. Подумал, что реально... О, огромный сюрприз! Чё, подряд? Два подряд огромных сюрприза, ребята. Просто, что это было? Да, это VPN реально рулит, так что, ребята, используйте WinScribe. Там быстрый сервер. Смотрите просто по КД выпадение идут. Смотрите просто, что это такое? Два сертификата за такое маленькое количество. О, Гросс Трактор, обалдеть. Он дорогой. Да, я, знаете, я как бы удивлен, что так падает. Так, 10 песочных контосов. 2 мегаконтейнера! Впервые выпало в этом розыгрыше 2 мегаконта. А с них выпадает, ну, мелочушка. Так, ладно. Вот реально, песочные контосы, это что-то с чем-то с такого, с таким VPN. Но иногда, ребята, не дают песочных сертификатов, что поделаешь. Ладно, два огромных сюрприза. PZ4S и Leo. Ну да, не слишком уж. О, свей выпал, класс. Конечно же, мы его продадим за 2500 золота. Так, 4496 золота. Хм. Так, песочные контейнеры. Огромный сюрприз. Ну, мне все нравится. Это круто. 100 пен за 1 золото. Очень даже неплохо. Три собери все. А вот собери все пока что и почему-то... Ну, 28 тысяч свободки, да, это хорошо. Но все равно не такие везучие, как песочные. Странно. Ну, ладно. Песочные тоже немножко уже отказались. Коллекционка десятка, ребята. 5 тысяч золота. На ровном простом месте сделал лютейший окуп. Только потому, что этот розыгрыш реально имба. Но VPN, ребят, опять-таки используйте правильно, и будет вам тоже имба. Все. Черные яички какие-то непредсказуемые вообще, Алёша. Так, ладно. Посмотрим, что у нас выпадет с песочных контосов. Хм. Ладно. Тут как-то все непредсказуемое. Да. Ладно, танкисты, у нас в итоге есть 640 золота, на другие розыгрыши пригодится. Погнали уже заканчивать видео. Ребят, большое спасибо за просмотр, загадаю танчик, попробуйте его отгадать в комментариях, это очень важно. Потому что вы не отгадаете его. Дерево танков СССР. 10 уровни. Я думаю, что этот танк где-то стал барабанным. Но при этом где-то он остается таким же. Так, ну еще он гоняет средний, если разносится чуть быстрее. И, конечно же, он хорошо может таранить. Но не супер-пупер-супер-пупер, а хорошо. Еще у него есть боеукладка в задней части танка. Все, ребят, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Я вам желаю всего лучшего, ваши 10 комментов. Спасибо гигантское за просмотр. И обязательно переходите на видосики, которые вы еще, возможно, не видели. Потому что вот там, ребята, реально вот там, очень крутые, вот там, очень крутые видосики. Фух, все, покеда и отличного вам всем настроения.